что, народ, мы выбрались с дочерью на долгожданную поплавочную ловлю. Она меня просила, вот меня уже клюет. О. Папа. Что, папа? Смотри, какого я бычка поймал. Ну и что, все равно ты. Ладно, пусть. Ну, конечно, выпущу. Не кривляйся. Уговаривала она меня давно выскочить на берег, половить с ней. Ну, вот, наконец-то, ее мечта сбылась. Да? Что у нас сегодня? Будем на счет ловить? Угу. Кто больше поймает? Угу. Да? Ну, давай, посмотрим. Не кривляйся. О, я уже поймал. У нас котики в подъезде, кто-то выбросил маленьких котов, подкинули нам. И наловим, наверное, кошки маме, да? Таких мелких. Да. И котятам. И котятам. Ну, котята маленькие еще совсем. Они сиську, скорее всего, едят мамину, а? Маму накормим меленькой рыбкой. Посмотрим, может, они ее будут есть. Не, Мир, они, скорее всего, не будут есть, потому что, ну, очень уж больно они маленькие. Пока я зевал, дочка вытащила селедку. Чик. А, убежала. Ну ничего страшного. Все. Давай. Зато ты поняла, откуда она теперь ловит. Клюет. На. Все, занимайся. Нет, Мир, рано. Ты сильно рано дергаешь? О, смотри-ка. Солодка, солодка. Ну, аккуратно, ты крючочком можешь пораниться. Не убегай, солодка. Мира. Что? Ловить его надо, ловить. Уху, первая рыбеха. Оставляй мне, выкидывай. На. Оставляй. Мир, все оставлю. Ладно, я смогу. Ну, смотри. Чик. Костя, я только не буду, ты меня хотела. Мне уже нравится эта рыбалочка. Да? Угу. А чем, если не секрет? Чем, если не секрет, потому что... Одно мне не нравится, то что больше, чем я рыбы поймал. Ты видела, куда я шариком кинул? Да, возле моей. Вот примерно туда и кидай. И все будет хорошо. Вон, смотри, у меня. Я только забросил. И сразу же рыбешка цепляется. Это близко ты сильно бросила. Дальше. Сюда. Ты опять туда же бросил. Возле листочка? Ну, смотри. Ой, да, где-то возле листочка. Ты что-то чувствовала. Дергалась удочка. Все может быть. Возле этих пусырей. Папа. По-тихенькому договорились вот так. Ты кидаешь прикормку в себе, я себе. Договорились? Угу. По-тихенькому. Так то ты сильно подсекаешь резко. Она сразу поймет и улетит. Улетит, ну да. Уплывет. Это близко. Тихо, тихо, тихо. Молодец. Не спеши. Не спеши. Подержи. Кого именно? Удочку. Удочку держу. Тихо, рыба. Ну, отцепляй, это твоя рыба. Тихо, рыбеха. Папа, помоги. Ну, смотри, что там помогать. Крючочек, смотри, 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 да. Вот снимай, как будто снимаешь ее с крючка. О, все, молодец. Давай крючок сюда. Я ее еще кину. Кидай, аккуратно только. Чпунь. Дай пять. Хе, бобер.
Тихо, тихо. Все, 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 опускай. Опускай, там пусть будет. Можно я себе подкину? Не, пока не надо, Мир. Та прикормка должна перестать действовать. А потом... Вот, смотри. Ого. Смотри, какая жирненькая. Я хотела себе. Смотри, какая жирненькая. Можно я его отцепну? Можно? Ты хочешь отцепить? Ну, да. Отцепляй. Можно подержать мою уточку? Вот это рыбалка. Ну, не бойся, на. Тихо. Ну, тихо. Вытаскивай крючок теперь. Ага. Главное, чтобы она щеки не сделала. Можно я его себе заберу? Ой, Минька, Минька. Аккуратно удочка не утопи. Давай, давай, я держу ее. Так неудобно. А я ее положу туда. На. Ложи, только ж не упусти. Все, молодец. Давай я закину. На. Я буду ставить. Не-не-не, мне рано. Подходит? Да. Папа, не говори хитрым лисом, пожалуйста. В смысле? Да. Да, хитрым лисом. Ну хорошо, я хитрым лисом. Зарычу. Мир, не надо рычать. Давай, лови лучше. Все. Вот она жилья. Это был мой карась. Это не карась. Это рыбёха была моя. Мир, я не против. И начинай она... ловить и будешь ловить. Ну, держи, а второй держи крючочек и отцепляй. В другую сторону. Вот, вот так, да. Не бойся. Чик, сильнее придавливай. Мир, ты под... Ну, не выкручивай его, а придавливай, чтобы вытащить. Придавливай его. Вот. Все. Давай. Давай бросай вниз ее. Где там? Тут моя вся рыба, хорошо? Да, моя где? А твоя будет в мешке. На. Хитренькая какая. Да, папа. Да. Вон они. Что? Мурака. Вот тогда, да. Ты видишь, сколько ее? Там мы котов точно накормим. Точно, точно. Я прикормки подкину. Не надо ничего подкидывать. Ну, хоть одну кошечку поймаю. Свою. Ну, а пока ты ерундой занимаешься, я ловлю рыбу. Кошечки, кстати. Ты обратила внимание, что каждый заброс у меня рыбка есть. Папа, а ты покажем подписчикам наших котят? Там. Конечно, покажем. И чуви даже. А чуви-то тут при чем? Чуви ж домашняя кошка. Ну что, все равно. Даже не видели нашу кошку. Мир. Обрати внимание. Обращаю. Только не отвлекай, пожалуйста. Ты сам хочешь, чтобы я поймала рыбу, но сам отвлекаешь меня. Ага, значит, я тебя отвлекаю, да? Хорошо. А как? Давай вообще не
Мы же рыбу испугали. Ну хорошо, ладно, не будем разговаривать пока что. Будем только мукать. Лови рыбу, говорю, Чукча. Можно с тобой сесть? Нет. Наконец-то. Бери за край. Бери. Ниже об... Ниже удочку опусти. Опускай ниже. Ну, ты снимай. Рыбу свою. О, и у меня. Наконец-то. Давай, Мир. Да не трогай ты того паука. Ты рыбку сними. Ты рыбу жалеешь? Ну ты сняла или нет? Снимаю. А что ты думал? Мне, ты долго что-то с ней борешься. Ты не туда. Ты не туда снимаешь, походу. Мира, покажи мне. Можно я обстану вытирать? Нет, конечно. А что? Я про, ну, забыл полотенечко, если честно. Я вот так сделаю. Тут хватит. Молодец. Ух, смотри какая. На сегодня это Big Fish. Ты, говорю, снимаешь или нет? Селёдка, тихо. Тихо, мистер Селёдка. Я сказала, тихо, мистер Селёдка. Мир, держи просто. Ты будешь снимать, а я буду... Попала? Да, попала. Вон, смотри, какая. Я ее кинула. Не, я не опять обделаю. Смотри, какая матерая. Поймай две, одну за меня. Хорошо. О, все, наконец-то. Последняя рыбешка поймана. Попал. Ну что, друзья, вот в принципе и все. Покажу сейчас, что мы с Миркой за часок поймали. Тут как раз у нас хватит кошки-муськи на корм, правильно? Дабы выкормить ее котят. Мирка, все верно? Да. Только тебе понравилась рыбалка? Очень, да. Мира, очень. На меня посмотри, пожалуйста. Очень. Очень. Дай 5. Когда идем еще? Когда идем еще? Может завтра, может не завтра. А когда? Когда-нибудь. Когда-нибудь. Где-то год назад. Ну, ребенок, как и я. Может завтра, а может не завтра. Кому понравилось такое видео, палец вверх, подписывайтесь на нас, дальше будет интересней. Вот, друзья, зачем мы ловили рыбку. Вон они маленькие такие. Покажи. Малюсенькие, два котеночка лежит. И где-то мама кошка. На. Дай ее одну. На, одну, да. На. Кс-кс-кс. На. На. Не серийся мне. Давай, тут положим. Иди сюда, Мир. Кс-кс.
На. Все, убежала.